своими глазами. Заключенному пенитенциара Крикова понадобилась медицинская помощь после того, как другой заключенный нанес ему серию ножевых ранений. Инцидент произошел в понедельник около 5 часов утра. Согласно предварительной информации, сокамерник нанес 31-летнему заключенному порядка 9 ударов ножом в различные части тела, в том числе и в живот, сообщает diskidi.md. На место происшествия помимо бригады врачей прибыла оперативная группа инспектората полиции столичного сектора Рыжкановка. Руководитель национального управления пенитенциарных учреждений Дарин Лишман сообщил, что по данному случаю будет проведено расследование.